Не только словом, но и делом, песнями, танцами и даже акробатическими номерами. Воспитанники Казанского приюта, детского дома Кировского района и 11-й школы-интерната провели своеобразную акцию в поддержку полицейских. Организовали концерт, сюрпризы подготовили даже самые маленькие. Вручили полицейским красочные рисунки, ну а взрослые еще раз отметили солидный вклад стражи порядка в дело воспитания. Ребята, попавшие в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в особом внимании. И здесь на помощь приходят не только педагоги, но и полицейские, которые ведут таких детей. Организуют для малышей праздники, дарят подарки, помогают решить юридические вопросы. Они оказывают именно первую помощь, находят этих детей в социально опасной семье. А потом уже мы, в свою очередь, конечно, занимаемся реабилитацией. Поднимаем, помогаем, воспитываем, обучаем детей. И поэтому мы, в свою очередь, хотим сказать им большое спасибо. Хотим их поддержать в такую трудную минуту. И, ну, выразить большую благодарность. В любой момент можете обратиться к нам. Мы поможем вам с вашими проблемами, бедами, невзгодами, чем-то можем, что-то можем вам подсказать. Спасибо вам большое. Ну и, как сказали, мы ударим вам стиральную машину.